Коров в середину сгоните побольше, пусть будет стадо! Слышите меня? Слышим. Хорошо. Чуть правее их подвиньте. Понял. И парочку поверните мордами к нам. Господи боже. А вот и наш полковник. Гарри, Бобби, спасибо огромное, что все-таки пришел. Я голосовать приду. Спасибо вам всем, ребята. Сейчас по-быстрому бросим мяч на поле. Давайте сделаем вас больше похожим на фермера, чем на банковского клерка. Ладно. Так лучше. Нет, этого что? не надо. Донни, правильно? Майкл. Майкл, используем удочку, ладно? Это такая штанга с микрофоном. Ты вообще у нас по звуку? Чак по звуку, ага. Но он с семьей на озере. Понятно. Что ж, очень жаль, что он там... Не надо, обойдемся надо? И так. Спасибо, сынок. Пожалуйста. Ладно, ну что, погнали. Так, держите. А это что? Ваша предвыборная речь. Надо же. Я цитирую Паттона и Иисуса. Своими словами. И кто же идет на бал без бутоньерки? А теперь волшебство. Ну что же, спасибо, что пришли. А можно убрать мычание? Спасибо! Дамы и господа, полковник Джек Хастингс. Ну что, да, я полковник Джек Хастингс, и... Я выдвигаюсь в мэры. Ну вот. Так нормально? Замечательно сказано. Будут вопросы к полковнику? Смелее. Кто-нибудь? Да, полковник. Имя и название издания. Это Дэн. Имя и название издания. Я Дэн. Ваш вопрос, Дэниел. Заткните коров! Да, мистер Хастингс, скажите это еще раз, а то я не включил диктофон. Еще раз? Так, знаете что? Ничего. Не так! Повторим. Все неправильно. Я сейчас все объясню. Разгоните черных коров. Они какие-то депрессивные. И поверните их рабочей стороной к камере.